Сюда, не видим. Сюда ушел. О, молодец. Вот так. Ушел сюда. Молодец. Сборку, сборку сюда открыть иметь. Дай номер в корпус. Нет, давай, поедем. Первый раунд, да, по третьему месту? Ты первый раунд был, да? За третье место. Что? По-моему, это не за третье. А, это финал, финал. Все, я не сразу нашел. Ушел сюда! Ушел! Красного голову 42-го спортивного разряда имени Аганесян, город Железнодорожный, Московская область. 91-го года рождения, провел 17 боев, одержал 9 побед. Вице-чемпион Москвы этого года, тренер Михаил Сахаров. Продолжение боя готовится кандидат мастера спорта Илья Шуанюк, Архангельск.
97-го года рождения, 3 года занимается саванном. Старитель тенниса России этого года в разделе комбо. Тренируется под руководством Алексея Цвиниса. Приготовится 39-й парень. Финал веса 70 килограммов. Иван Мураткин, Москва. Егор Головченко, Мурманская область. Руслан Бесинин готовится к церемонии награждения. Кандидат мастера спорта Илья Шванюк.